Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Продолжаем распаковку заказа по акции «Выгода умножить на 3» с сайта AliExpress. Во втором пакете у нас остался коврик для мыши. В последнем пакете, в третьем, будут биты удлиненные и магнитные для шуруповерта и подставка для планшета. Сейчас продолжим с ковриком для мыши. Заказ был разделен на 3 пакета, но все пришло одновременно за 2 недели. Вот такой коврик за 180 рублей. Сейчас уже стоит 149 рублей. Вот что он из себя представляет. С обратной стороны резина. Резиновый коврик, чтобы не скользил. И здесь какая-то такая ткань. Прошивка аккуратная. Нитки нигде не торчат. Запаха. Ну, немножко попахивает резиной, конечно. Чуть-чуть. На столе должен стоять устойчиво. Мышка должна скользить замечательно. Да, а то надоело мне. Всякие неровности. Мышка плохо работает. А на коврике будет работать нормально. Размер самый маленький. Ну, что вы хотели за такую цену? За 150 рублей сейчас. Размер 250 на 290 миллиметров. 25 на 29 сантиметров, короче говоря. Цвет можно выбрать разный. И размер также можно выбрать разный. Но если размер будет больше, то, соответственно, и цена будет выше. Сейчас самая минимальная цена на этот коврик. Ну, правда, цвет можно выбрать любой. Сейчас 149 рублей. Вот видите, какие тут у меня неровности. И мышка проскакивает. Курсор проскакивает иногда. Очень неудобно. Сейчас мы сюда подстелим коврик. И тогда уже будет совсем другое дело. Вот таким вот макаром. Но мышка уже не дергается, не зависает. Все работает отлично. Как вы видите, слушается. Так что коврик тоже бывает необходим в работе за компьютером. Хоть мышь и оптическая, но если поверхность неровная, то требуется коврик. Ну, друзья, в принципе, на этом всем. Буду заканчивать. Ссылочку я на этот коврик вам оставлю в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Оставлю также ссылку на саму акцию. Сразу переходите по ссылке на акцию. Выбирайте нужный вам товар. Суть заключается в том, что в заказе должно быть от 3 до 10 предметов. Можно и больше. Но тогда придется сделать и 2 заказа можно сделать. 3 заказа и так далее. Очень выгодные покупки. Можно выбрать что-то очень нужное и полезное для себя. Для дома, для сада, для работы в доме. Очень выгодные покупки, короче говоря, получается. Раньше была цена выше, по 185, по 180. Сейчас меньше, чем 150. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад, канал супер. Всем доброго.